На дворе август. И мы последнюю минуту решили поехать на Лейк Тахо. Одна из самых лучших достопримечательностей штата Калифорния. Смотри, какая красота. Лео, ты наслаждаешься? Не океан, а озеро. Мы ждем озера. Осталось только спуститься с горы, и мы приезжаем в город Лейк Тахо. Пригород Лейк Тахо. Здесь живут люди, тусуются возле леса. А миль 7 отсюда, ближе туда, находится сам город Лейк Тахо. Прям на побережье озера. Тут живут медведи и богатые американцы, которые позволили себе вот такие квартиры за 500 000. Такие... Либо люди, которые сдают в аренду. То есть тут можно купить и сдавать в аренду на лето, на зиму. Здесь классный снег, поэтому здесь всегда круглые сутки, всегда есть желание людей приехать. Туристы, да. Что это? Вариант здесь купить домик и сдавать его в аренду как Airbnb, short-term rental. Long-term не так выгодно, но выгодно. Приближаемся к центру более-менее города, где начинаются гостиницы, inns, hotels, motels и штат Невада, где абсолютно разрешены казино. Направо, налево, сюда множество людей ездят играть в азартные игры, потому что в Калифорнии запрещены, ну не то, что прям запрещены, их только могут владеть индейцы, а в Неваде кто угодно, поэтому толпами, автобусами людей возят сюда проигрывать деньги. А если есть фанаты скиинг, лыжники, вот эта полоса для них просто идеальна. Спускается и смотрит на озеро. Мы сейчас его не видим, но там такой вид. Вот Невада State Line. Добро пожаловать. Мы сейчас в Неваде официально. Ну и нас приветствуют самые гигантские казино. Справа, слева, везде. Естественно, поскольку мы приехали после 12, главная парковка в резорте или на пляже была закрыта, поэтому пришлось паркануться вот так на улице, как и все опоздавшие люди, наполовину на сайдваке, половину на дороге. И идем пешочком, вспоминаем родину, как мы все много ходили, и это очень полезно. А здесь меня смущает, велосипед стоит. Вот это, кстати, самая главная наклейка. Все вокруг Тахо, все, кто живет вокруг, keep Tahoe blue. Держите его голубым, чтобы оно было приятное, доброе и классное. Короче, lime bike. First ride, первая поездка бесплатная. Крутой бизнес у кого-то, надо узнать, как это работает. Но я таких байков вижу по городу, проезжаем, везде стоят. Все, полетели. Какая здесь хитрость, мудрость. Обязательно не сдавайте назад, ибо это выезд. Если кто-то заедет, колесо гарантированно проколотится. Только в одну сторону сгибается, а сюда все. Все ваши колеса, ну хотя бы первые два, в гарбич, в мусор. Yeah. Первая реакция. Теплый, классный. Немножко такой... не каменистый, но такой не мягкий песок, но приятно. Вода холодная, если честно. Нужно конкретно привыкать. А как привыкнуть, не знаю. Жена француза, ну, по речи, я так думаю. Уточки тусуются, детки прыгают. Мы пришли на нашу точку, где тусуется весь наш народ. All the Third Slavic Church, Grace Avenue. Ну не all, но семей может 10. Вот наши батьки. Папа, как долго вы уже здесь? О, здесь мы отдыхаем. Во сколько выехали? Рано выехали, полтора часа сюда и здесь. Полтора? Да. Ну, мне тоже так. Миша, тебе нравятся водички?
Да. Вон наши тусуются люди. Настя, как тебе? Прохладно. Прохладно. Ты уже привыкла? Нет. Не, ну я уже вот привык. Сначала первая реакция была страшно холодно, а вот уже прошел минуты 5, и все, привык. Мама, какое ваше мнение? Вы уже в воду окунулись? Да. Да, и вода как? Отличная. Да, можно? Конечно, ты тоже можешь. Ну, сегодня на улице август, и все люди тусуются, купаются. Это хорошее, наверное, единственное. Озеро довольно прохладное, поэтому в другой месяц может быть холодно. А сейчас идеально. Все, пошли в водичку. Как водичка? Уже приятно. А была? На первые 5 минут ужасно холодно. Да? Мне до места упасть. Ну падай. Добро пожаловать в кэмпграунд. Как вы заметили, папа, расскажите в двух словах, что происходит. Ой, прекрасный отдых, красивый воздух. Чистая вода и все остальное здесь очень хорошо отдыхать. Да, мы после озера такие, папа красный рак, я не загорелый просто чувак. А вот мы заходим на территорию, которую можно арендовать на целую неделю. Дядя Сережа, как тяжело было? Как тяжело было забронировать это место? За 6 месяцев. Серьезно? То есть разлетается, если не успел, все, да? В январе и в феврале месяце. То есть в январе вы это забронировали? Да. А сколько стоит и на сколько дней? Недели 200-300 долларов. Нормально. Итак, мы смотрим на 2000 какой год? Не помню. Смотрите, как тачка, вот как можно жить. Как живут люди. Пиано внутри. Какие удобства. Как купейный вагон, только в 100 раз круче. Туалет, душ, спальня. Мне кажется, тут должно что-то еще разлаживаться, потому что 2 места это мало. Ну, очень прикольно, вот как надо отдыхать. Все разные эти. Volkswagen GTI. Посмотреть. Я сейчас вам покажу, какие бывают GTI. Четырехдверный GTI вагон. Это прикол. У тебя грил, да? Только решетка с GTI, да? Круто. А фары все остальные? Ну это все. Весь передок GTI? Это все. Ну, это Jetta такая есть. Просто на гриле написано GTI. Nice. То есть это есть Jetta. И это дизель, да? Да. Это ту, которую выкупают назад. Ты не хочешь сдать за 30? Мы планируем. Красава. К сожалению, но планируем. А вышло дешевле? Конечно. Это инвестор, молодец. Да. Сейчас такая волна, все, ну, типа Volkswagen обманул людей, и у них выхлопы не те, как надо, и в итоге recall называется, я не знаю, как это по-русски. В итоге дилер забирает все эти машины, а выплачивают людям 30 тысяч баксов. Окружен дымом всех отдыхателей, расслаблятелей в парке. Такое слово нету, но в итоге
Мы нашли прикольное кафе, называется Sprouts Cafe. Несмотря, что мы очень круто поели, но из-за того, что мы мало пообщались с Сережей, и мы решили зайти вот сюда, просто пообщаться, купить чая, какую-то сладость. И мы в углу сидим вот здесь. Але уже нашел друзей, уже тусуется в детском углу. Это было внезапно, была внезапная поездка в Лейк Тахо. Спасибо всем, кто были с нами. Поехали в следующий раз, куда мы поедем, поэтому всем пока, всем прощаем. Пока лето есть, разъезжайте. Запоминается лето, чем больше ты посетишь мест. Поэтому у нас осталось несколько дней до конца лета. Всем пока.